В Верхненалимском сельском поселении прошел сход граждан с участием главы Заинского района Разифа Каримова. Жители ознакомились с итогами социально-экономического развития в первом полугодии 2021 года и задачами на оставшийся период. Об итогах работы сельского поселения в первом полугодии и планах на оставшийся период доложил глава Верхненалимского сельского поселения Ленар Сибгатуллин. На сходе граждан были заслушаны выступления по оперативной обстановке, рейтингу сельских поселений, повышению деловой активности сельского населения. В конце схода жители смогли задать вопросы руководителям служб. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.